Вот так вот убирают мусор здесь. Едет такой слон, у него хобот. Он подъезжает и собирает весь мусор. Я не скажу, что тут такой народ, что они, ну, не кидают и не ссорят. Они стараются, конечно, все по контейнерам, там, пакетам раскидать. Но бывает, что может упасть что-то мимо, ветром выдуть. Но муниципальные все эти службы, они вот убирают все. И речку чистят, ну, в смысле, лагуну. Там на лодках плавают, собирают. Вот такие вот штуки ездят. И все это делается с утра, как правило, почти. Уже выходишь днем, и все очень чисто. Вот так вот.